Национальный университет архитектуры и строительства Армении. Университет с европейской аккредитацией. Национальный университет архитектуры и строительства Армении, основанный в 1921 году, является комплексным образовательным центром в сфере архитектуры и строительства Армении. Университет ведет целенаправленную образовательную и научно-исследовательскую работу. Сотрудничество с крупнейшими международными научно-образовательными центрами, постоянное обновление специальностей, учебных программ и методов преподавания полностью соответствует мировым тенденциям развития современных высших школ. Для повышения качества образования созданы научно-технические лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием и уникальными приборами. Диплом об окончании нашего университета по специальности архитектура официально признан во Франции. Национальный университет архитектуры и строительства Армении получил европейскую аккредитацию со стороны Высшего совета оценки образования и экспертиз Франции и Агентства по оценке качества образования и аккредитации Испании. Образование в университете имеет трехступенчатую систему – бакалавриат, магистратура и докторантура. Возможно обучение на армянском, русском и английском языках. Выпускники университета успешно трудоустраиваются в странах СНГ и Европы. Профессорско-преподавательский состав состоит в основном из лиц с учеными степенями, в числе которых около 200 профессоров, академиков Национальной академии наук Республики Армения, Международной инженерной академии, Российской академии искусств. Университет является полноправным членом Ассоциации высших архитектурных школ Франции, Центральной и Восточной Европы, Ассоциации строительных вузов стран СНГ, Организации Ромуальдо дель Бланко Фаундейшн, Международной ассоциации гидравлических исследований, Международной гидрологической программы ЮНЕСКО, Международного комитета высоких плотин, Университетской организации франкофонии. Университет сотрудничает и осуществляет программы по обмену студентами и преподавателями с научными и высшими учебными заведениями Франции, России, Италии, Швеции, Болгарии, Германии, Великобритании, Испании, США, Сирии, Ирана и Китая.